Тверской областной суд приступил к слушанию дела Алексея Филиппова, Антона Сильченко, Дмитрия Грибанова, Вячеслава Стешенко. В зависимости от роли и степени участия каждого, они обвиняются в незаконном производстве наркотических средств и психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах, а также в незаконном хранении и перевозке наркотических средств и психотропных веществ. Как мы уже сообщали, незаконная деятельность международной организованной преступной группы, причастной к производству и сбыту крупных партий наркотических средств и психотропных веществ, пресечена сотрудниками Федеральной службы безопасности. В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий прекращена деятельность трех нарколабораторий с высокопроизводительным оборудованием стоимостью свыше 3 миллионов рублей. На месте производства задержаны с поличным 6 активных участников ОПГ, из которых 3 гражданина России и 3 граждане Украины. Из незаконного оборота изъято наркотическое средство мефедрон и психотропное вещество амфетамин общей массой более 5 килограммов, а также, по предварительным оценкам, около 600 килограммов прекурсоров и химических реактивов для их производства стоимостью около 20 миллионов рублей. Установлено, что прекурсоры для нарколабораторий поставлялись из Украины. Сбыт наркотиков осуществлялся в Пролетарском районе города Твери. Двоим злоумышленникам удалось скрыться. Они объявлены в международный розыск. Еще 2 участницы группы заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Дела в отношении них направлены в Старицкий районный суд Тверской области.